вечір. Ефір нашого телеканалу продовжує програма «Гаряча лінія». Сьогодні гості нашої студії. Вікторія Олійникова, кандидат в депутати обласної ради, член громадської організації «Всеукраїнська комісія справедливості», а також Олександр Рябенко, кандидат в депутати Миколаївської міської ради, голова Миколаївської обласної організації «Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Батьківщина молода». Доброго вечора. Здравствуйте. Ми раді вітати вас в нашій студії. Ну, перше, хотілося почути від вас кілька слів про вас самих. Хто ви? Звідки? Чим займаєтесь? Може, надамо слово дівчині спочатку? Будь ласка, Вікторія. Ще раз добрий вечір. Зовут мене Олійникова Вікторія Артуровна. Я 1987 року народження. Родилась я, як і мої батьки, в місті Миколаєві. Зараз проживаю також в місті Миколаєві. Вместе з мужем воспитую сина. С 2013 года я являюсь заместителем руководителя нашей областной партийной организации «Батьківщина» в орг-отделе. Также работала раньше по специальности бухгалтером, потом решила немножко поменять вид деятельности и немного планов на жизнь, и решила вступить в партию «Батьківщина» и продолжать свою карьеру и деятельность уже здесь. И хочу сегодня рассказать, почему именно в этом году местные выборы – это для нас уникальный шанс. Виктория, мы к этому обязательно вернемся. Вот расскажите еще о себе. Вот как муж, интересно, относится к тому, что его жена решила строить политическую карьеру? Он поддерживает или говорит: «Вика, ну зачем тебе это надо?» Ну, сначала он немножко был против. В принципе, любой работы для женщины. Вот он немного был против. Но потом, когда он понял, что мне это очень нравится, что мне это подходит по духу, и он видит, как я отдаюсь, и познакомился уже со всем нашим коллективом, он увидел, что мы действительно занимаемся правильным делом и очень хотим что-то изменить. Поэтому он понял, что тут уже, ну, наверное, бесполезно меня отговаривать. И он мне всячески помогает. Он ездит со мной на встречи, он помогает мне общаться с людьми, потому что я иду в облсовет по Первомайскому району и немного, ну как не часто бывало раньше в селе, а сейчас уже чаще, а мой муж фермер, и в силу того, что он фермер уже 20 лет, специфику он настолько четко знает и настолько мне может в этом помочь, поэтому он полностью меня поддерживает, и я очень рада этому. Давайте послушаем об Александре, а потом мы вернемся к тому, собственно, что вас привело конкретно в эту политическую силу. Александр, по себе. Ну, в первую очередь, я хотел бы поздравить всех мужчин с наступающим праздником Защитника Украины, с великим православным праздником, это Днем Покровы. Что касается меня, то я с 2013 года вхожу в партию «Батьківщина». С августа этого года меня избрали главой «Батьківщины молодой». Это молодежное крыло организации, молодежное крыло партии, которая является самодостаточной отдельной единицей, отдельной структурой, но так или иначе она поддерживает, помогает партии и выступает во всех ее начинаниях. Вот Виктория рассказала о себе и прям вот и год рождения, и про мужа, а вашу деятельность помимо партийной? Где вы учились? Я закончил Черноморский государственный университет имени Петра Могилы по специальности политология. То есть, в принципе, вот именно ваша. Да, это мой профиль, чем я занимаюсь. И еще будучи студентом, я с 2011 года начал заниматься общественно-политической жизнью. Участвовал в различных родах мероприятиях, организациях. Это были студенческая республика, я и стажировался в городском совете. Есть определенный опыт за годы обучения, который дал мне возможность тому, чтобы сразу после окончания учебы меня выбрал вся областная молодежная организация главой ее. Вика, ну вот все-таки, почему именно эта политическая сила? Вы говорите о том, что вот муж в один момент понял, что вы делаете правильно, занимаетесь правильными делами. А в чем правильность? Почему? Я же говорю, почему именно эта политическая сила? Ну, начнем с того, что это, наверное, не наверное, а точно, это самая взрослая у нас политическая сила. Нашей партии в этом году исполнилось 16 лет.
Это не партии, которые создаются в основном сейчас, имеют тенденцию создаваться перед выборами за полгода или за год, которые можно даже немного назвать по-другому как бизнес-проекты. Потом они распадаются, и как бы люди уже не могут заниматься тем, чем бы им бы хотелось. И учитывая то, что партия уже 16 лет, это во-первых. Во-вторых, именно эта партия дает дорогу молодым на сегодняшний момент. Не только молодым, там, конечно, остается наш потенциал наших взрослых людей всегда умных и очень опытных, но вот это единственная партия, в которой есть такое направление, как «Батьковщина молода», и туда с большим удовольствием вступает вся молодежь, начиная с 18 лет. Я очень поддерживаю молодых людей, которые идут в политику, не те, которые уже засиделись по несколько лет, а то и десятков лет на своих местах и ничего не могут сделать, кроме того, что они там находятся. Поэтому я поняла, что в этой организации нам будет комфортно работать, потому что там много молодых специалистов, которые закончили институты недавно, которые знают, что такое новые современные веяния, которые не сидят на устаревшихся каких-то принципах руководства, но и пытаются внести что-то новое. Они полны энергии, сил. И я решила, что в этой политической силе будет, кроме того, что комфортно, но еще и очень надежно, так как партия надежная, партия не предавала ни своих работников, ни наших избирателей, и я считаю, что это достойный выбор для любого молодого человека, который бы хотел, ну, как минимум, себя попробовать в этой сфере. Ну, вот вы говорите о том, что молодежи много. Много ли молодежи действительно вот идут в советы разных уровней? И, опять снова-таки возвращаясь к вашим словам, 18 лет, ну, не рановато ли, может быть, сначала как-то на общественных работах стоило бы? Работая вместе с Сашей, я хочу сказать, что у нас есть люди, молодежь, которым 18 лет, и которые уже очень много сделали, начиная со студенческих школьных годов, которые были волонтерами, которые помогали детским домам, которые помогали сейчас в связи с ситуацией, которая у нас на востоке страны. Очень много хороших и полезных действий от молодежи. Они нам, Саша может добавить, могут помочь. И я могу сказать то, что молодость не порог, она очень быстро проходит. Нет, поэтому, ни в коем случае. Поэтому нужно помогать людям, именно молодым, активным, которые стремятся что-то сделать, что-то изменить. Вы знаете, когда был Наполеон, он всех своих генералов взял просто-напросто, отстранил и дал молодым юнкерам звание полководцев, и в принципе мы все знаем развитие истории Наполеона. То, что этот персонаж негативный, это уже второй вопрос, но так или иначе он поверил в них, он дал им возможность, они себя проявили. Чем закончилось? Закончилось вдруг. Для Наполеона это был положительный фактор, так или иначе, дошел до Москвы и вошел в историю. Благодаря молодежи. Благодаря молодежи. Ну хорошо, да, вот молодежь. Чем занимается молодежь в вашей организации, которую вы возглавляете? Какие интересные проекты вы реализуете? Ну, на сегодняшний день мы запускаем проект не однодневный, как, вот, допустим, есть у многих разных организаций, которые связаны с разными митингами, акциями, которые провели там за день и забыли. Мы хотим сегодня запустить проект долгоиграющий, который можно было бы, чтобы проект жил в самой организации. Это подготовить молодых людей, чтобы они стали квалифицированными специалистами и пошли работать в органы местного самоуправления, в органы государственной власти. Потому что даже по себе я знаю, что образование в университете, оно очень важно, оно нужно, необходимо. Но так или иначе, опыт приходит не сидя на лекции, записывая конспект, то, что говорит преподаватель, а именно когда ты себя пробуешь в том или ином моменте, провести какое-то мероприятие от начала и до конца. На самом деле это очень большой трудоемкий процесс, который кажется только со стороны, что он что там провести какой-нибудь футбольный турнир там, или какую-нибудь благотворительную акцию. И на сегодняшний день у нас есть команда, которая по количественному, по качественному потенциалу в своих районных организациях по всей области своим трудом приносит пользу той общине, в которой они живут. Ну, каким образом вы собираетесь обучать эту молодежь? Какие-то договорные отношения с университетами? Или вы сами будете каким-то образом? Вы знаете, есть такой проект «Студенческие стажировки» в органах местного самоуправления. Он является не нашим проектом, но, в принципе, я в нем проходил участие в 2013 году. И проект заключался в том, чтобы дать возможность студентам проявить себя в органах местного самоуправления. Они привязывались к постоянным комиссиям депутатским,
И одним из критериев того, чтобы прийти на конкурс на стажировки, нужно было написать и реализовать в ходе стажировок свой проект. Какой проект вы написали? Да. Я написал проект «Цветные номера маршрутных такси». В чем заключается проект? Очень коротко объясню. Вот вы знаете, сегодня у нас уже наступила осень, погода немножечко сырая, серая. На улице бывает то дождь, то слякоть, то моросит. И разглядеть номер маршрутки, которая тебе необходима, чтобы ехать в свой район, бывает крайне сложно даже людям с хорошим зрением, не говоря уже о тех, у которых есть какие-то трудности с этим, проблемы. У близоруких там, или дальнозоруких. И увидев цвет, ты можешь гораздо проще различить, что вот едет твоя маршрутка, допустим, там в Октябрьск, или в Соляные, или на Мыв. То есть, а если этого вовремя не сделать и не махнуть рукой, то водитель может просто-напросто мимо проехать, и ты будешь еще дальше стоять и мерзнуть. Я разработал целую систему, распределил маршрутный такси по направлениям, выбрал для каждого цвет, который можно отличаться. Но, к сожалению, реализовать его не получилось, потому что цвет указателя общественного транспорта, размер шрифта и все остальные тонкости устанавливаются кабинетом министров. И поменять это было очень сложно, тем более срок стажировок уже подходил к концу. Но единственное, чему мы нашли компромисс в этом всем вопросе, это сделать подсветку в общественном транспорте. Вот как человек близорукий, я вам хочу сказать, подсветка очень мешает рассматривать номера. Ну, если, допустим, вы знаете, что в ваш район едет, условно говоря, зеленый цвет маршрутки. А, вы имеете в виду, да, цветную подсветку? Цветную подсветку, да. Вот, как, допустим, сейчас на 91-м маршруте я часто замечаю, зелененькое горит, я уже знаю, что это вот у меня в октябре рассказано. Хорошо, вот да, такой проект интересный. А какие проекты еще вы хотите реализовать, когда зайдете в городской совет? С чем вы идете к своим избирателям? К своим избирателям конкретно я иду в городской совет решать проблемы своего района, если говорить конкретно про меня. Я баллотируюсь по 19-му округу, это Корабельный район. Условно, Универсам, Глинки, Новостройная, эти улицы входят в мой округ. И, в принципе, я там родился, вырос, закончил школу, там живут мои родственники, друзья. И, вы знаете, на сегодняшний момент есть куча разных вопросов и мелкого, и большого характера, которые, ну, просто остаются вне внимания городских властей. Допустим, вот недавний пример. По соседнему дому Металлургов 10 упал ящик металлический, там, где почтовый, там, где почту вставляют. Две недели лежал, было бесполезно кому-либо что говорить. Я пришел к соседям своим по дому, говорю, а вы что-то писали, ЖЭК обращались? Да, конечно. Я на следующий день иду в ЖЭК, спрашиваю, так и так, вы в курсе? Да, мы, естественно, мы в курсе такой проблемы, но, к сожалению, сделать ничего не можем, потому что у нас с ним экран, не хватает людей. И в таком формате. Я возвращаюсь домой, пишу в Фейсбуке пост. Из этого поста Корабелов Инфо делает статью. Через день прихожу в ЖЭК на прием к начальнику в его приемное время. А мне говорят, а уже все сделано. Две недели лежало. Для того, чтобы что-то сделать, нужно придать общественные огласки? К сожалению, так, да. Так никто ничего не хочет? К сожалению, мы с этим сталкиваемся каждый день, и да. Ну, давайте дадим слово Виктории, мы к вашим проблемам, вернее, к проблемам вашего округа еще вернемся. Вика, вот вы говорили о том, что с мужем в силу обстоятельств нынешних вы сейчас чаще посещаете села. Если в городе это одни проблемы, в селах они абсолютно другие. Люди, с которыми вы встречаетесь, о чем они говорят? Какие проблемы выносят на поверхность? Вот как раз в субботу-воскресенье два дня я провела в Первомайском районе. Я баллотируюсь по 36-му округу, это Первомайский район. Проблемы, конечно, значительно отличаются от городских. И я, когда ехала, немного переживала. Я готовила там себе речь, думала о том, что я буду людям говорить. Но, как оказалось, люди настолько устали это все слушать, вот то, что говорят, к ним приезжали уже очень много партий, и очень много было красивых речей, заготовок, они очень хотят простого, живого общения, не по бумаге, не потому что уже кто-то там приехал и что-то пообещал сделать дорогу или еще что-то, настолько уже народ это все утомило, и люди хотят такого общения вот в плане того, что они хотят делиться своими проблемами, они хотят, чтобы их услышали хотя бы немножко. Вот будучи в одном из сел Первомайского района, просто вопиющая реальность для меня, если честно, это было, ну, настолько новостью, я думала, что такого уже просто нет. В селе 150 детей. В этом селе нет школы.
На данный момент учеба проводится два раза в неделю, это понедельник и четверг, по 2 часа. Когда мне это сказали... То есть это в самом населенном пункте? Да, в населенном пункте, в самом населенном пункте 150 детей. Не жители 150, а конкретно 150 детей, которым на данный момент негде учиться. То такая же самая ситуация и с детскими садиками. У меня возникает вопрос, как эта молодежь, как эти дети могут конкурировать, ну, во-первых, как минимум на рынке образования, во-вторых, на рынке труда, и в-третьих, вообще на рынке современной жизни сейчас. Если у детей два раза в неделю проходят уроки, к которым приезжает один учитель на всех с 1 по 9 класс и проводит в течение 2 часов там с 8 до 9 одни, с 9 до 10 другие, все, на этом все заканчивается, дети сидят, играют в карты на школьном дворе. То же самое, просто отлично, то же самое, та же ситуация с детскими садиками, очень много маленьких детей, понятное дело, те, которые имеют возможность мамочки посидеть дома, у которых работающие мужья, это одно, но если мама не может сидеть дома, ей нужно работать, детских садов нет. Она вынуждена сидеть дома и жить, ну, первое пособие 850 гривен с копейками, это понятно. Потом до 3 лет это 300 с чем-то гривен. Разве можно на эти деньги прожить маме с ребенком? Просто это даже не назовешь, что люди существуют. Это просто какая-то безвыходная ситуация, кричащая, я бы сказала. И вот люди просто просят вмешаться в это. Ну, как же так? У них дело в том, что школа есть. И она есть отремонтированная. Но почему-то на уровне районного совета решили, что дети должны ездить в другую школу. Опять же таки, мы упираемся в новую проблему – школьный автобус. Водителя нет. Нет возможности. Бензина нет. Никто возить не хочет. Дети сидят дома. Просто какой-то абсолютно замкнутый круг. Соседнее село, это я рассказывала про село Богуславчик, есть село Станиславчик рядом. За счет волонтеров, за счет небезразличных граждан, фермеров, сделали просто, на мой взгляд, шикарный сельский клуб с ремонтом. Там у них замечательный руководитель, у них есть костюмы, у них есть техника, у них есть абсолютно все. У них нет отопления. Я была там в субботу в 9 часов утра, на улице -2. Туда пришли маленькие детки, которые раздевались, ну, полностью переодевались. Там я стояла в куртке, сказать, что там холодно, это просто ничего не сказать. Пришла одна из мамочек, она просто принесла дуечку, которую она поставила возле них, они быстренько вот так дрожащие все переоделись и пошли заниматься. Это тоже нереально, люди просят, помогите с этим вопросом. Попросили включить, какие у нас тарифы, какой будет счет за электроэнергию. Хорошо, они принесли дуечку, отопили эту маленькую комнатушку, в которой они переодеваются. Дальше, прийти на какое-то выступление, люди сидят в одежде, сейчас будет еще холоднее, сидеть просто невозможно. Ну что это, те проблемы, которые годами наверняка тянутся? Люди куда-то обращались, никогда пытались самостоятельно решить эту проблему? Или они вот все ждут, что приедет кандидат, выборы и... Нет, они обращались, конечно, неоднократно. Им, ну, будем так говорить, кроме обещаний сделано не было ничего. Причем даже в прошлом году говорилось, что деньги выделены на школу, выделены на сад, но по какой-то, ну, как бы сказать, формально непонятной причине, но для всех понятной, куда делись эти деньги, никто не знает. По каким... А кто сейчас представляет их интересы в областном совете, вы не знаете? Нет, сейчас я не знаю, кто представляет их на данный момент, но они вот очень сейчас просят именно вот молодежь, чтобы вот вмешалась, потому что те люди, которые у них не меняются, которые просто, будем так говорить, поменяли цвета флагов, перебежали из одной партии в другую, они как бы, ну, как дали мне понять, они даже не пытаются вникнуть в это. Они пришли, посмотрели, создали даже какую-то там комиссию, которая вынесла свое решение и сказала, что да, надо эту проблему решить. Все, на этом все закончилось. Кроме бумаг у них нет больше ничего. И обещаний. Хотелось бы добавить, что действительно наши жители просто привыкли к тому, что все, что у нас делается, оно делается только перед выборами. Я вот действительно не помню за годы своего, ну, за свои полные 22 года, чтобы ко мне хоть раз приехал там депутат или кандидат, чтобы что-то провел какую-то встречу. Как-то, ну, Вне предвыборного процесса, действительно. Чтобы были сделаны какие-то ремонтные дороги, ремонтные работы или установлена площадка не во время выборов, только перед выборами. И люди уже просто привыкли, что раз выборы, значит, нужно успеть, чтобы что-то сделали. Что-то, да.
Потому что потом это все забудется и никому напрочь не будет нужно. Ну, хорошо, вот вы говорите о том, что с молодежью охотно общаются. А чем вы это объясняете? Все-таки, ну, мне всегда казалось, что отдадут предпочтение, вот как на работу принимают, да, вы должны быть молоды, но с определенным багажом знаний и опыта. А тут же совсем молодежь. И как люди относятся к тому, что вот молодежь хочет каких-то изменений? Вы знаете, относятся очень положительно, потому что, видимо, те опытные люди, которые уже не первый созыв сидят в своих креслах, на самом деле ничего полезного или, может быть, крайне мало принесли ради той общины, от которой они выбирались. Те обещания, которые они давали, не были выполнены. А действительно, молодежь сегодня есть прогрессивная, есть молодые, активные, сильные, целеустремленные, компетентные, которые могут на себя брать и уже берут и делают эти кусочки маленькие, но не за себя берут ответственность, выполняют его и уже приходят с чистой совестью к этим людям. Потому что, вы знаете, лучше, наверное, 2 года ошибок, чем 10 лет саботажа в таком формате. Ну, я смотрю, вот те проблемы, которые вы уже озвучили, да, это они все равно так или иначе связаны с молодежью. Собираетесь ли вы и дальше каким-то образом, пройдя в советы, поддерживать молодежь? И если мы говорим о молодежи, с какими проблемами сегодня ребята сталкиваются? Наверняка это и трудоустройство, вы ближе по возрасту к молодежи. Вы абсолютно правы, это и трудоустройство, и это первое место работы, и это первое жилье, которое может быть, или снимать квартиру, которая стоит 2500 гривен, или оставаться жить с родителями, если это молодая семья, взять кредит, допустим, на то, чтобы себе купить свой маленький кусочек, там, однокомнатную квартирку, допустим, где-нибудь, это крайне сложно, учитывая, что и цены растут на пропитание, и... А если еще маленький ребенок, то просто зайдите в магазин, и вы прекрасно, наверное, видели, сколько стоят те же детские смеси, памперсы и тому подобное. А что касается молодежи, которая немножечко помладше, это школьный старший возраст и начало студенческой жизни, то действительно в Николаеве на сегодняшний день крайне мало места для качественного культурного досуга для молодежи. А что у нас есть? Куда вечером пойти? И все остаются просто во дворах, открывают бутылку пива, потому что она действительно стоит дешевле, чем пакет молока. Ну, вот как вы видите, как вы будете это решать? На сегодняшний момент, пообщавшись с молодыми людьми, пообщавшись с избирателями, провели форум, на котором разработали целую комплексную стратегию развития Николаевщины, придя... Это то, собственно, чего не хватает, в общем-то, сейчас, как городу, так и области, стратегии развития. Стратегии развития. Есть какие-то точечные, на самом деле, моменты, там... В том разрезе, но вот комплексной единой стратегии выработано не было. Батьевщина инициировала форум, при ее поддержке он произошел, это было не так давно, в кинотеатре «Батьевщина». Это символично. Да. Съехались делегаты со всей области, было приглашены огромное количество экспертов в разных областях, будь то... энергетика, будь то сельское хозяйство, будь то транспорт, инфраструктура и тому подобное. Выработав эту стратегию, она заложена, написана на бумаге и ждет своего исполнения, когда пусть даже какой-то маленький кусочек депутатов, который войдет в советы разных уровней, районного, городского, областного, будет на себя брать этот объем работы и выполнять его. Идти постепенно, системно. Виктория, я так смотрю, вы несколько раз хотели что-то добавить. Пожалуйста, у вас. Я просто хотела сказать, что, пообщавшись вот с людьми, мне задали такой вопрос на встрече. Даже это был не вопрос, это было такое побуждение к действию, что молодежи действительно должно быть больше. Вот, и причем это на встрече в основном приходили люди пенсионного возраста. Но единственная проблема, которую они считают, что нас действительно мало. Потому что если это 1 или 2 человека молодых, которые пришли работать в городской совет или в областной совет, то те люди, которые там уже работают не первое время, они их не то что перетянут на свою сторону, они не дадут им возможности реализовать то, что с чем вот мы идем, с чем идет наша партия и конкретно молодежь. Люди вот просят, чтобы нас действительно было больше, потому что молодежь готова брать на себя ответственность, готова работать и работать не только
для своего собственного блага и дальше продолжать наживаться на чужом горе, набивать свои карманы, а и способные к действиям. Это та прослойка общества, которая максимально хочет изменить на сегодняшний момент нашу жизнь. Потому что если старые люди, как вот знаете, они высказываются, то что нам уже, лишь бы пенсия была, то и на лекарства хватало. Ну, больше как-то они особо ни о чем, ну, так конкретно не задумываются. Они задумываются больше всего над судьбой своих детей и внуков. Это же, опять же, таки молодежь. И молодежи сейчас намного больше проблем, с которыми они столкнулись, как говорит Саша, начиная с образования, сады, школы, проблема жилья, проблема найти работу. Это просто, ну, из 100 проблем, это 100, которые сталкиваются сейчас именно молодежь. Ребята, у нас осталось не так много времени, буквально, вот, очень коротко, да, что бы вы хотели донести, сказать своему избирателю? Так вот, главная мысль. Главная мысль, наверное, вы знаете, на сегодняшний день мы представляем молодежь Батьковщины и обращаемся к вам с тем, чтобы вы нам просто поверили и дали возможность реализовать то, ради чего мы здесь сегодня присутствуем, ради того, чего нам завтра будет всем жить гораздо лучше. Построить будущее, в котором будем жить мы все вместе. Мы готовились и учились в Украине, для Украины, и хотим это сделать со всей нашей Украиной. Що ж, я дякую за те, що завітали до студії, дякую за відповіді. Бажаю вам успіхів. Хай ваші всі починання реалізуються. Спасибо. На все добре. Спасибо. Дякую.